Пожрать бы чего хорошего. Честным людям мое почтение. Сидят два сталкера в баре, выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабил, отобрал кабак и тут же через 100 метров продал сидричу. Ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного, так он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Да, настроение. Не в настроении я нынче трепаться. Гнусь кругом сплошная.
Да неохота мне болтать. Иди с командиром говори. Одна команда называется. Да пошли они все. Шакалы они, товарищи. Верни. Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Оружие спрячь. Ну, здорово.